Итак, друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о моем новом проекте, что я буду делать. Я уже все подготовила, поэтому видео будет, я думаю, недолгим. Досмотрите обязательно до конца, и прежде чем смотреть, поставьте лайк и подпишитесь на канал, и обязательно пишите комментарий. Какой комментарий написать, либо я оставлю в описании, либо оставлю в закрепленном комментарии. Потому что сегодня у меня конкурс. Я хочу разыграть вот это вот то, что мы сегодня сделаем с вами. Я подготовила уже обшивать веечкой. Подготовила уже вот такую вот сделала ручку. На таких, я не знаю, как они называются. В общем, ручка у меня вот такая к сумочке, к этой идет. Потом молния. Две вот такие вот штучки. Я уже все же говорю, подготовила. Подробнее видео у меня есть на каналах. На канале уже не одно. И, между прочим, подписывайтесь на канал Дзен. Именно на Дзене это будет конкурс. На Ютубе я тоже выложу это видео. Но переходите в закрепленном комментарии туда и выполняйте все условия. Если вы, конечно, хотите, желаете принять участие в моем, ну как, не конкурс это, а просто я хочу сделать подарок одному из подписчиков, моих. Вот, у меня вот такое вот полотно было, я его тоже так же делала, как и делала, наверное, вы уже помните, делала я на машинку на свою, чехольчик у меня видео есть на канале, почти по такому же принципу сделала и вот эту вот сумочку. Здесь уже есть карманчик. Вот такой вот сумочки в этой уже будет. Нашивочку сюда пришила. Вот такую. Внутренняя сторона у меня прошита. Сейчас я покажу. Здесь, в общем, простегана с поролоном вместе. Это можно даже, я думаю, будет стирать. И сама сумка продублирована. Она уже жесткая у меня. Здесь также есть карманчик на застежке. И просто карманчик. В общем, такая прогулочная небольшая сумочка. Мы ее сейчас будем с вами дошивать. Доводить ее до ума, чтобы можно было бы уже ею воспользоваться по назначению. Так вот она выглядит. Мне кажется, очень такая яркая. Внутри карман, как положено, небольшая будет. Молния такая. Ручка очень крепкая. Так что вот так. Итак, что мы с вами будем делать, чтобы довести ее до ума? Здесь уже подкладка пришита. Будем делать... Для начала, наверное, займемся молнией. Здесь я хочу окантовать все вот так вот, чтобы потом молнию пришить к чистому листу. И окантовывать еще... Вот у меня окантовочка тоже будет. Здесь вот окантую, пришью молнию. В общем, поехали делать, творить. Итак, теперь, чтобы придать объему сумочке, нам нужно отметить уголочки, которые мы будем срезать. Будем срезать 2 на 2, наверное. Потому что больше тут, я думаю, что и не требуется. Срежем уголочки 2 на 2. Здесь даже можно 1 на 2, я думаю. Сюда 2 отрежем, а здесь просто вот эту вот штучку срежем. Вот так просто срежем. Я думаю, и все.
Вот так вот у нас получается. И тут тоже срежем. Теперь мы займемся нашей молнией. Молнию нам надо отрезать тоже по прям по нашему. Ну, чуть-чуть оставим, потому что она тут подерганная. Молнию мы возьмем 24 сантиметра. И сейчас начнем пришивать нашу молнию сюда и туда. Пришито. Следующий этап, нам нужно сшить наши боковые части и одновременно, конечно, их желательно еще и оверложить, как говорится. Лишнего у нас не должно быть, лишнее мы сейчас срежем. То, что во время, когда я пришивала подкладку, у меня немножко вот это вот синтепончик, или как он называется, растянулся. Скалываем, чтобы у нас было все слои сошлись ровненько. Или давайте сразу это, а потом уже просто сошьем все слои наши. Теперь нам надо сшить наши уголочки, но сначала мы сейчас оверложим вот это вот все, лишнее обрежем. Можем на этом этапе посмотреть, как у нас что получилось, вывернуть сумочку. Мы же никуда не торопимся, мы же аккуратненько все делаем. Опять же, все это я вам показываю. Во многих видео у меня уже это все имеется. Можете прекрасно это все посмотреть. Чтобы все было красиво. Вот, как-то так мы сделали одну сторону. И сейчас переключаемся на вторую сторону. Проделываем все то же самое. Дальше я вам покажу. Итак, девчонки, сейчас промучилась с молнией. Честно скажу, промучилась. Потому что мне надо было вывернуть сумку и ее, естественно, застегнуть. И опять же, потом опять назад вывернуть, чтобы прошить вот здесь вот. И вставить сюда наши хлястики. Хлястики я буду вставлять вот сюда, под молнию. Нам их нужно поставить вот сюда. И прошить вот эти вот уголочки вместе с молнией. Не забыть опять же туда подставить вот эти вот штучки. И здесь вот так же нам все прошить надо. И также все обделать, как вот здесь мы обделали. В принципе, ничего сложного. Все понятно, да? Вот так вот у нас выглядит пришитая молния. Не знаю, видно, нет, вам будет. Надеюсь, видно. Это
оборот изнаночная сторона сумки. Сейчас мы подставляем вот сюда наши хлястики и прошиваем их. Опять же, надо подставить это все ровно. И опять же, не знаю, прошьет ли у меня машинка. Если у меня машинка это все не возьмет, то мне придется это все прошивать вручную. Молния даже должна быть открытой, иначе мы потом не вывернем нашу сумку вообще. Вообще, можно сказать, не вывернем. Поэтому делайте из четырех половинок. Я хотела, чтобы тут слитненько было, никаких дно. Дно не было. Поэтому так вот сделала. Ну, сколько? Вот так вот, наверное, да? Так, вот так вот мы проведем линию, чтобы нам это все пришить. Я все закончила со швами, с этими, с верхними. Теперь будем выворачивать, смотреть, как у нас, не криво ли что-либо получилось. Итак, друзья, получилась вот такая вот сумочка. Небольшая, компактная, для прогулок, для, ну, для всего. Но сюда можно положить телефон, кошелек. А вот еще эти прикреплю сюда такие, как он называется, ремешочек, ручку. И в итоге вот такая вот получается сумочка, регулируемая. Регулируемая сумочка. Ну, кому надо. Да. Доктор уже видит. Также мы можем взять ее просто на прогулочку, положить туда наш телефончик, наши любимые духи, зеркальца, ключики. Ну и кошелек, возможно, если у кого-то есть, и кошелек положить и взять с собой на прогулку. Вот такая, девочки, у нас сумочка получилась. Я думаю, что это очень хорошая, удобная сумочка. Сюда тоже что-то можно положить. Все, что угодно, там, может, визиточку какую, карточку, что-то можно тоже положить. Так что вот эту сумочку я хочу разыграть среди моих подписчиков. И конкурс будет проходить на Дзен-канале. Я буду разыгрывать вот эту сумочку. Будет один только победитель. Но я думаю, кто хочет, может принять участие. Пишите комментарий, делитесь моим видео. Нужно поделиться ВКонтакте либо в Одноклассниках этим видео. Обязательно написать в комментарии ваш ник или ID на ВКонтакте. И там «хочу сумочку» и так далее. Ну, в общем, любые пожелания. И я думаю, до Нового года нам надо это все разыграть. Сейчас даже посмотрю я, какого лучше на числа устроить розыгрыш, на какого видео, я думаю, выпущу числа 4-го. Если видео это выйдет 4 ноября, то давайте 29-го, последний срок, 29 ноября мы разыграем уже этот приз. Буквально получится раз, два, три, 3-4 недели, и мы будем с вами разыгрывать. Я хочу, чтобы, знаете, как до Нового года оно уже дошло. Если я 30-го, 29 ноября, ну, 29-го это включительно, 30-го я подытожу все комментарии, проверю, как вы поделились, и главное, чтобы вы были подписаны на мой Дзен-канал. Можно еще и на YouTube подписаться. Подпишитесь еще на Telegram, на всякий случай. Я там тоже выставляю такие же видео. И, возможно, даже видео по розыгрышу, итогу розыгрыша, либо будет в Дзене, либо в Телеграме. Принимайте участие, кому надо, кому не надо. Сумочка удобненькая, легенькая, маленькая. Прогулочная такая. Сейчас еще пофоткаю, покажу вам. Ручку можно сделать любой длины.
подлиннее, либо покороче. Это уже на ваше усмотрение. Все. Thank you.